Для представления следующей компании к нам вновь подключается специальный гость, и поверьте, вы ее узнаете. Елена Летучая, телеведущая, продюсер, лидер общественного мнения. Елена, здравствуйте, рада вас видеть и надеюсь, что вот сейчас и слышать. Здравствуйте, я тоже сегодня рада быть среди вас и награждать лучшие компании. Конечно же, я видела список номинантов, и я счастлива, что среди них есть те компании, которые в трудную минуту готовы поддержать людей. Елена, награда уже ждет своего обладателя, вам слово, пожалуйста, прошу. Итак, я с радостью хочу наградить победители в номинации «Проекты поддержки людей». И это компания «Faberlic». Дорогие друзья, я сотрудничаю с вами много лет, и я, как никто, знаю, насколько серьезно вы относитесь к своей работе и к вашим клиентам. Я вас поздравляю от всего сердца. И, конечно же, то, что вы сделали в период пандемии, заслуживает уважения. То, что вы смогли перепрофилировать свое производство и начали производить санитайзеры, которые в количестве 300 тысяч штук вы передали волонтерским центрам для того, чтобы они раздавали их людям, это заслуживает уважения. Еще раз вас поздравляю, и я за вас очень рада. Елена, спасибо огромное, спасибо. А у нас на связи Иван Булкин, директор по развитию бизнеса компании «Faberlic». Иван, добрый вечер, здравствуйте. Все, рассказывайте. Друзья, большое-большое спасибо за такую основательную премию, очень приятно. Скажу пару слов про наш санитайзер, который упоминала Елена. В начале пандемии их смели с полок, и все, что осталось, оно стоило рублей по 600, что было неадекватной ситуацией. Поэтому мы приняли решение выпустить собственный санитайзер и сделали это всего за 3 недели, от идеи до старта продаж. Это совершенно рекордный срок. Да, мы передали 300 тысяч санитайзеров в штаб по борьбе с коронавирусом, и сейчас наш санитайзер один из самых доступных на рынке. Его можно очень легко купить. В общем, отличная штука получилась. И в обычных условиях такое производство заняло бы минимум полгода. Поэтому это надо отметить заслуги команды, которая это делала. Огромную благодарность передаю Диме, конечно, Ханковскому, который все это организовал, Саше Казанскому, коллегам из производства и закупок. Ну и, конечно же, Минпромторгу и Роспотребнадзору, которые очень все оперативно провели. В общем, огромное спасибо за такую оперативную работу. И благодарю за премию. Нам очень приятно ее получить. Иван, ну еще разочек покажите санитайзер. Вот. Есть, круто. Спасибо. Спасибо большое.